Самое страшное сегодня – это работать в Хоуп-Бэй. Вот вроде тепло, погода хорошая, светит солнце, вон какая красота, но этот ветер – это просто кошмар. Со вчерашнего дня дует. Тренить бусики. Они не разрешают ласта забирать, они хотят, чтобы их первыми забрали. Но я всегда забираю первым ласта, да, ласта? Ты чего? Заросла, конечно, дама. Ты что делала? Я снимаю, смотрите, шерсть. Это как утро в саду. Кошмар! Главное надеть шлем покрепче. Алена, у тебя есть жилет? Нет. Надо приобрести. Ну все. Игра называется «Последний герой». Последний выживший или выживший. Возможно, это твое последнее видео. Да, невозможно, а вполне себе вероятно. Гаси шарманку. Ты нормальная вообще, нет? Не маленький. Итак, как я выжила в итоге сегодняшнего дня, я с вами даже могу попрощаться сегодня здесь, прямо с тобой лично. Что я могу сказать? Мы сегодня приехали очень рано домой. Это просто редкость, когда мы так рано приезжаем домой. Потому что маме не надо на вторую работу, я работаю всего в одном росте, там ничего особо можно, нельзя сделать толком, только рысь, то так еле-еле. Надеюсь, что будут осадки в ближайшее время. Мне еще надо кучу домашки сделать сейчас, потому что я потом либо уеду, либо не успею ее сделать, поэтому надо сделать ее сегодня. И с вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока!